Я взрослых людей не люблю. Ну, которые вот взрослые. Пытаетесь себя оставить взрослым? Да, я люблю, наоборот, людей, неважно какого возраста, но в которых есть что-то детское. Ну, у тебя, кстати, этого нет. Ну, нет, иногда появляется, когда ты начинаешь дурачиться. Я считаю себя ребенком. Вообще, наоборот, притворяю взрослым. Ну, ты такой, немножко, ну, такой обиженный какой-то ребенок. На этот ниш? Меня такой, да, такой представляется, такой мальчик Толя, такой, знаешь, который сидит в углу и вот так вот, ну, с мишкой или машинкой, вот прямо там вот, на всех обиженный. Особенно, когда тебя называют Толик. А тебе нравится? Это Толик? Тебя Зоя прикольно называет. Слушай, я забыла как. Толечек? Нет. Тольчик, вот. Она когда с тобой там переписывается по скайпу, она всегда такая: ой, Тольчик, меня ты присмешил. Тольчик мне сердечко сделал вместо руки. Вот.